Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы провели встречу с участниками местного движения «Серебряные волонтеры». Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Старшее поколение». Общественницы рассказали депутатам о текущей деятельности. На данный момент основным направлением работы представителей движения «Серебряные волонтеры» является шитье балаклав из флисовой ткани, которую недавно закупили единороссы. В этот раз партийцы передали денежные средства для дальнейшей закупки хлопковой ткани для летнего варианта снудов и балаклав. Также на встрече обсудили дальнейшее сотрудничество.